Сегодня на базе детской эколого-натуралистической академии проходит день открытых дверей, где наши посетители смогут записаться в более чем 15 различных направлений. Это различные виды конного спорта. У нас центр олимпийских видов конного спорта, выездка и конкур, вольтежировка, трек, джигитовка. Также агрошкола, которая набирает на французский огород, ферму «Добрый ослик», пони-ферму, кони-ферму. Также у нас ведется набор в клуб юных кинологов, в клуб юных биологов. Проходит набор в зоотеатр и различные кружки. И, конечно же, особый наплыв детей и посетителей мы ожидаем в школу раннего развития «Казнайка», где дети смогут посещать занятия по английскому языку, по экологии, занятия с пони. У нас есть спортивные направления, также на базе школы «Казнайка» это цирковая студия работает и лыжно-биатлонный клуб. На дне открытых дверей наши воспитанники демонстрируют свои награды, свои умения. Также посетители могут познакомиться с непосредственными питомцами тех кружков, в которые они записываются. Например, зоотеатр показывает небольшие интерактивы, дает попробовать поработать с животными. В плане, как проводится день открытых дверей на конном комплексе, во все кружки, где верховая езда, у нас конкурсный набор. Дети смогут сразу же попробовать себя в роли наездника, сесть на лошадь и показать, что они умеют, или попытаться. Конечно же, будут экскурсии в разные сектора и в зоотеатр. Они нам представят свое небольшое выступление. Экскурсия будет на конюшню, на французский огород, на ферму «Добрый ослик». На сайте «Фельдман Экопарк» всегда размещены телефоны руководителей кружков. И, конечно же, в любое время можно позвонить, записаться, прийти, посмотреть, чем здесь занимаются дети. Конечно же, все занятия на базе «Фельдман Экопарк» на безоплатной основе.